Весна, бабочки, которые греются на солнце. Казалось бы, что может омрачить такие дни? А вот жители улицы Лермонтова прекрасно знают, что очередные атаки ВСУ. Окно такое открытое было, вот это вот, что сейчас. Ну, посмотрел, огляделся, все нормально. А соседям не повезло, смотрю, тут осколки, стекла там. Все валяется. Друзья звонят, я говорю, я жива, я цела. Я говорю, подождите, я побегу на улице. Я думала во второй подъезд, а оказалось в мой третий. Сын кричит, куда ты бежишь, сиди. Ну, а что, я врач. Во время обстрела один из снарядов врезался в стену многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал. Но вот в одной из квартир полностью разрушена кухня. Там тоже вон разбитый балкон немножко. Дверь, косяк, там все рамы. Ну, кстати, оперативно пришли, все стекла вытряхнули. Замер на следующий день. Сейчас строители уже закрыли тепловой контур и укрепили оконные проемы во всех квартирах. Устанавливать новые окна будут в эту пятницу. Пока детки играют в песочнице, работы активно ведутся и на 4-м магистральном переулке. Например, здесь уже почти полностью восстановили посеченный фасад дома. У меня и кухня, и зал, окна открыты были. И потому, может быть, у меня не пострадали. Волной просто это самое прошло, и ничего не пострадало. Так повезло не всем. Во многих квартирах остекление все-таки пострадало. Но самое главное – все живы. Слава Богу, в нашем доме никто даже пальцы не порезал. Ну, вот так все целы. Но последствия видите. По распоряжению администрации прибыли на объект устранить разбитые окна. Демонтируем старые разбитые окна, ставим новые. Сегодня к нам приехали, ставят. Поэтому так, в принципе, оперативно. Теперь, чтобы все было хорошо. И больше не стреляли. Дарья Гавронская, Денис Бобков, Белгород Медиа.